Наградили победителей научно-практической конференции «Калмогоровские чтения». Порядка 45 школьников представили свои исследовательские работы. 35 ребят получили дипломы первой, второй и третьей степени. Они примут участие в международной научной конференции школьников в Москве. Жюри оценивали новизну доклада и интересный подход. Впервые конференцию провели в 2003 году. И с каждым годом растет число участников. Цель – популяризация науки среди школьников. «Калмогоровские чтения» для многих участников стали стартовой площадкой в мир большой науки. Готовила проект на тему «История проспекта мира», и в процессе я узнала очень много интересного и нового для себя. В городе есть множество интересных мест, но это самая главная улица города, и мне хотелось бы начать знакомство именно с проспекта мира. Эта конференция омолаживается, и ребята у нас с 5 по 8 класс принимали участие. Это говорит о том, что вот именно в этом звене нужно развивать вот эти исследовательские умения, потому что потом они сразу ориентированы бывают уже на подготовку в ВУЗ, на ЕГЭ, на ОГЭ и так далее. А вот это звено, оно как раз-таки вот показывает фактически некую профориентацию, только уже на уровне ниже классов.